В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи Путин отметил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе. Российская Федерация и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии, но и нарастили его. Путин также поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству турецкого потока и отметил успешное сотрудничество России с Турцией по Сирии и Ливии. Эрдоган подчеркнул, что рад возможности встретиться с Путиным лично. Также президент Турции выразил благодарность России за вклад в борьбу с лесными пожарами в республике. Эрдоган также заявил, что в следующем году может быть открыт первый энергоблок АЭС «Акую».